Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле. Погоди. Ты, наверное, сейчас не веришь своим глазам, что это за красота у меня за спиной. Да, это все потому, что я посмотрела сериал «Эйфория». Мне он очень понравился в плане света. Там обалденный свет. Спасибо, «Эйфория» хотя бы какой-то толк мне дала. Конечно, сценарий так себе, мне очень понравился. Но, во всяком случае, можете написать в комментариях, посмотрели вы этот сериал или нет. Так вот, посмотрела я этот сериал, вдохновилась, поняла, что на всех роликах у меня просто отвратительный свет. Поэтому мне стало аж стыдно, это правда. Решила все переделать, обклеила штуку такими календарями. Эвелинушка, привет. Теперь я занялась этим вопросом, сделала подсветочку, купила в фикс-прайсе такую штуку. И, конечно же, свет, который сияет мне сейчас в глаза. Но так как у нас что-то новое на канале, поэтому сегодня будет, скажем так, фрешман Дора. А композиция называется Дора Дура. Поэтому бери инструмент в руки и погнали учиться. Закрываю дверь в квартире, отключаю все мобилы. Недоступна для дебилов, потому что я влюбилась в тебя. Тупого наглеца, чего же? Все потому что Дора дура, супер дура, Дора дур. Потому что Дора дура, супер дура, Дора дур. Потому что Дора дура, супер дур, Дора дур. Потому что Дора дура. Песня состоит из 4 аккордов. Говорю сразу, она играется при помощи каподастера. Вы их ставите каподастер или на второй лад, как я, или на третий. То есть давайте сейчас разберем. Дом потренируйтесь, посмотрите, как удобно петь кому-то на втором, кому-то на третьем. Но важный момент, аккорды сейчас буду показывать без каподастера. Вся песня состоит, как я сказала, уже на 4 аккордах. Первый аккорд АМ. Мы зажимаем 4-ю струну на втором ладу. Следующий у нас аккорд, аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд, аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу. Вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. И четвертый аккорд, аккорд G. Мы ставим первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну мы ставим на третьем ладу. А, М, С, Е, М. G. Разбор на укулеле. С аккордами понятно, что теперь касается боя и арпеджио. Мы начинаем играть вступление и первую часть нашего куплета при помощи арпеджио, то бишь перебора, а потом уже все идет боем. Ну, обо всем по порядку. Итак, перебор. Перебор у нас играет следующим образом. 4-я струна и остальные струны все вместе. То есть... Такой рисунок мы играем на аккорд АМ и С. То есть... На аккорд Е мы просто играем первая, вторая, третья струна вместе. Стоит отметить такой факт. Вступление и первую часть куплета мы играем без G. То есть АМ, С и Е. G мы не играем. Итак, теперь все это соберем вместе. АМ, С, ЕМ. Теперь без пауз. Этот рисунок мы во вступлении повторяем 2 раза. И также повторяем его 2 раза на первую часть куплета. Закрываю дверь квартиры, отключаю все мобилы. Недоступна для дебилов, потому что я влюбилась. Разбор на укулеле. И далее у нас уже идет бой. Когда мы начинаем играть бой, у нас уже появляется аккорд наконец-таки G. Ведь не зря же мы его с вами разобрали. И рисунок у нас боя будет вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Такой момент, что этот рисунок мы делим на 2 аккорда. То есть на первый аккорд у нас будет вниз, вниз. А на второй аккорд мы уже остальную часть играем. Вверх, вверх, вниз, вниз. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Теперь соединим бой со всеми аккордами. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Но такой момент. Последней строчки куплета на слово «А чего же?» У нас появляется только аккорд ЕМ на эту строчку. А мы играем тупо ударом вниз. То есть... Наглеца,
чего же? И опять начинаем играть бой с теми же самыми аккордами на припев «Все дура-дура». И «Все потому, что дура-дура, супер дура, 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 потому что дура-дура, супер дура, дура, дура». Вот и все. Вот все на сегодня. Если тебе понравился этот разбор, то, конечно же, поставь свой лайк. Если ты первый раз на моем канале, то подпишись на него. У меня много разборчиков. Вот недавно вышло обалденное видео про ноты. Если ты до сих пор не посмотрел, посмотри. Много нового узнаешь. Также пишите в комментариях отзывы, предложения, какую песню разобрать следующей. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся.